Так, поиски мальчика начались здесь. Наш отдел с группой волонтеров в данный момент обыскивает старый город. Откуда нам знать, что это безопасно? Вы можете нам гарантировать, что это не какой-то там придурок, ворующий детей? Народ, прошу. У нас есть все основания полагать, что это лишь единичный случай. Так все-таки это случай. А я-то думал, мы приняли это за побег. Это просто трата времени. Почему мы не ищем его? Слушайте, я бы с радостью ответил на все ваши вопросы в кратчайшее время. Но вы все сейчас здесь, потому что нам нужна вся возможная помощь. Ха, и где же мы такое раньше слышали? Мистер и миссис Роффман, как я вам и говорил, поиски продолжаются. Все, что от вас нужно, это любая имеющаяся информация о последнем местонахождении Ники. Именно! Так почему вы до сих пор не поговорили с детьми? Меня зовут Ники Рофф. Мой сосед мистер Питерсон вел себя очень подозрительно с тех пор, как его дети Аарон и Майя пропали. И я слежу за ним уже несколько месяцев. 8 утра. Гостиная Питерсона пуста. Воздух пропах плесенью и курицей. Себе на заметку. Попросить маму приготовить курицу на ужин. Без плесени. 4:30 вечера. Зал рекордов. Пахнет плесенью. Снова. 11 вечера. Парк развлечений «Золотое яблоко». Копает. Цель неизвестна. Стрёмные птицы присутствуют. 3:47 утра. Паяет в подвале. Подозрительная находка, но может пригодиться. 100%. Ники, ты уверен, что твои родители не вернутся до воскресенья? Уверен на 100%. Они постоянно оставляют меня одного. Это многое объясняет. Слушайте, если сегодня мы разделимся, мы соберемся здесь завтра утром. Минуточку. Когда это мы решили, что Тринити капитан команды? Каждый раз, когда мы играем в кикбол, она капитан. Это тебе не игра в кикбол. Мы пытаемся найти Аарона и Майю. Тринити главная, потому что она умная. Я теперь капитан. Ха, окей, ладно. Ну, Ники должен всем заправлять. Это же он преследовал Питерсона последние 2 месяца. Наблюдал. Ну да. Инспектор-детектив Ники. Я знаю, насколько опасен этот парень. Что бы он ни прятал, оно настолько плохое, что ему пришлось украсть собственных детей. Он опасный психопат, и ты ведешь туда мою маленькую сестру с собой. Он не ведет меня. Я сама вызвалась. Кроме того, я быстрее вас всех, и я могу пролезть в узкие места. Ребят, я не хочу звучать как типичный капитан команды, но мы тратим драгоценное время. Что ж, не очень-то воодушевляющий знак. Да, давайте пробежим через улицу и ворвемся в дом смертоносного соседа в поисках 2 пропавших детей. Я уже готова использовать эти штуки. О мой бог, нам нужны кодовые имена. Я буду гепардом. Марица, это не игра. Если он нас поймает, то... Никто не поймает гепарда. Эй! Кодовые имена? Я не помню, чтобы мы это обсуждали. Нам не нужны кодовые имена. Мы должны взять с собой рюкзак, на случай, если мы найдем какие-нибудь улики. А еще у меня в камере осталась куча скоростных снимков. Нет, просто вошли и вышли. Нам нужны только Майя и Аарон. Это быстрая операция. Технически это взлом с проникновением. Но кто я такой, чтобы исправлять капитана команды? Если дневник Ники верен, Питерсон должен быть в окружном государственном архиве еще 32 минуты. Дневник верен! Я ни разу в жизни не был так прав! Что? Ты на него жучок прилепил или что? Конечно нет. Только к его машине и почтовому ящику. Стоп, что? Ящику? Серьезно? Но зачем? В этом же нет никакого смысла. Мы выдвигаемся сейчас или потеряем возможность на еще одну неделю. У Аарона и Майи может не быть еще одной недели. Я, конечно, извиняюсь, но кто ходит в окружной государственный архив каждую пятницу? И еще серьезно, как тебе удалось прилепить все эти жучки в стиле фильма «Миссия невыполнима»? Да и к тому же не попасться. Ладно, ладно, давайте начнем. Мой не работает. Эй, полегче. Энза, это хрупкая техника. Хотим ли мы знать, откуда у тебя все это? Нет. Это было... Это Аарона.
Просто тупая игра, в которую мы раньше играли. Прием! Гепард здесь! Записано, принято. Прием до конца и навсегда. Серьезно, Марица, перестань себя так называть. Кто-то сказал миллиард? Нет, гепард. Стоп, это еще кто? Дейл. Ты не нашел защищенную чистоту? Я думал, что нашел. Где миллиард? Не представляю, Дейл. Тебе нужно найти другую чистоту. Это занята, приятель. 29 минут. Так, все, помните, придерживайтесь своей части плана. Это мы. Он — мерцающий огонек. Когда увидишь, что он двигается... Поняла. Ладно, ребята, по моей команде. Сюда. Что? Какая руда? Сюда! Ники, ты проверял эти штуки в грозу? Я? Конечно, нет. Может, уже пойдете? Гепард покинул. Где живут гепарды? В лесу? Тут становится все хуже. Уже? Что насчет ужей? Эй, вы знаете, где нет дождя? Внутри дома его нет. Помни, я беру верхний этаж. Ты берешь первый этаж. Но никто не идет в подвал в одиночку. Мы внутри. 25 минут. На улице все чисто. Без улик. Это бульон! Он каннибал! Поставь! Это может быть местом преступления. Все, что мы тронем, могут повесить на нас. Ребят, здесь становится все хуже. Видимость плохая. Повторяю, видимость плохая. Доложите, где вы? Да куда я денусь? В спальне один все чисто. Сто чего? Что? О нет, он в пути! Повторяю, он в пути! Гепард здесь! Все хорошо! Я могу видеть в темноте своим зрением гепарда, ничего... Что это было? Он в пути! Повторяю, он в пути! Ребята! О нет, дело плохо. Плохо в самом плохом смысле. А ты здесь откуда? Кровь? В ти! Что? Отмена! Отмена! Выходите! Ребята, кот синий, кот синий! Ребята?
Что это за... Вы не нашли их? Я не знаю, что я нашел. Расскажи мне. Неважно, что ты видел или нет, мистер Питерсон только что уехал с гигантским мешком не с мусором в своем багажнике. Если мы не поторопимся, мы его потеряем. Если он не планирует пересекать железнодорожные пути, он направляется в старый город. Единственное, что есть на другой стороне пути, старая метеостанция. И она годами была заколочена. В любом случае, ему бы пришлось проехать старый город. Если мы срежем через лес, мы можем его обогнать и все еще остаться незамеченными. Да ладно вам! Нам правда надо бежать? Ненавижу бегать! Я гепард! Я обожаю бегать! Энзо, мы обязаны! Нет, ты не гепард! И нет, ты здесь не права! Я видела, как он положил тело в машину! Оно выглядело как... Нет! Но выглядело как Майя! Не было ее там! Но откуда ты? Ну кто-нибудь, пожалуйста, закончите уже предложение. Нам нужно увидеть, что он закапывает. Пока что он закапывает что-то, а не кого-то. Ребята! Это он! Сюда! Нет, сюда! Нет, сюда! И отключи свои наушники, они начинают... А с тобой что там произошло? Я не представляю. Но в комнате Аарона что-то произошло. Я думаю, то есть, может, что это могло бы быть... Исследование мистера Питерсона. Ники, это было... Мы должны рассказать остальным. Знаю. О, да, нам именно туда. Это прямо за углом. Я не виноват, если мы его потеряем. Никто не перегонит гепарда. Давайте я им займусь. Я побегу на полной скорости. Серьезно? Ты не гепард, и он не в машине. У него было не больше 10 секунд форы. Дороги здесь совсем заросли. Ему бы пришлось ехать медленно. Радар показывает, что он где-то рядом с... Вот блин! Только не снова! Никто не хочет объяснить мне всю ситуацию с воронами. О чем ты? Ты смеешься, да? Что ж, у нас тут куча птиц. Ну, в смысле, этот город зовется Вороний Предел. Было бы странно, если бы тут были летающие хомяки. Это было бы так мило! Там! Нет! Это не в этот раз, не в этот раз. Вы не сделаете со мной этого снова. Не в этот раз. Не в этот раз. Что он говорит? Это что, волосы? Божечки, да это же волосы! Возможно, мы могли бы его слышать, если бы ты хоть немного помолчал. Прошу, пусть это не она. Это не может быть она. Сегодня это закончится. Доброй ночи, милая девочка. Миллиард? Миллиард, ты на этой частоте? Я хотел кое-что сказать. Кто тут? Кто тут? Ха-ха-ха!
Я думал, он с вами. Кто-нибудь видел, что он побежал? Ребят, я кое-что нашел. Давайте, надо бежать. Ники, пошли. Ну, детки, вы понятия не имеете, что натворили. Ты не видишь меня. Ты просто не можешь меня видеть. Любой момент, ребят. Энзо, Тринити. Да ладно, кто-нибудь. Ребят, почти полдень. Рита? Как курица? Получилось? Прости, Рита, сейчас не время. Скажи мне что-нибудь, Аарон. Что угодно. Что произошло в твоей комнате? Что Марица увидела внизу? Что сделал твой отец? Что? Как ты туда попал? Если только... Аарон? Он подумает, что мы его бросили. Мы не могли рисковать и идти раньше. Что это было прошлой ночью? Эй, ребята, а вы слышали, что мистер Джорвис выиграл лотерею? Ему всегда так везет. Никто не выигрывал ее уже 3 года. Он должен стать миллионером. Ну, ура ему, но мы все еще очень далеки от того, чтобы найти Аарона и Майю. Да, но если кто-то еще ищет куклу, то я знаю, что одна закопана в старом парке. Не смешно. Нет, это странно. Это очень и очень странно. Взгляните оптимистично. По крайней мере, мне удалось распечатать мои фото. Вы знали, что скоростные реально означают скорость? Ники пытался связаться с нами весь день. Мы просто должны были ответить. Я же сказал, репортеры используют эту частоту. Да и к тому же, наушник-то сломался. Я до сих пор не уверена, что увидела в том доме прошлой ночью. И Ники пытался сказать нам что-то в лесу, прежде чем... Это, кажется, очень хороший знак. Пошли! Серьезно? Никакой полиции, ФБР, ФСБ, КГБ или хотя бы людей в черном? Ничего? Мы просто... Да... Привет! Кто-нибудь здесь? Ники! Нам ответить? Нет! Алло? В смысле, дом Рофов? В смысле, здравствуйте? Нежно. Я знаю, чей это дом. Мой. Кто это? О, здравствуйте. Здравствуйте, миссис Роф. Это Тринити, подруга Ники. О, привет, солнышко. Можешь позвать Ники к телефону? Скажи ему проверить растения, все ли с ними в порядке. Я знаю, Джеймс. И потолок в офисе. Убедись, что он не протекает. Джеймс, ты можешь подождать? Он даже еще не у телефона. Так, получается, он не с вами? Конечно, нет. С чего бы ему быть с нами? Это просто... Миссис Роф, думаю, вам лучше вернуться домой. Почему они вообще дают нам ждать здесь? Разве они не должны оцепить все в этом месте лентой или типа того? А с чего им беспокоиться? Это всего лишь один пропавший ребенок, да? Ну, думаю, такова цена того, чтобы люди наконец заметили. Бог любит троицу. Та еще любовь. Почему они останавливаются там? Где? Смотри, они обыскивают старый город, но останавливаются на заброшенном парке. Почему бы им не пройти весь путь до железной дороги и шоссе? Ну, там ведь только та заколоченная метеостанция, я прав? Точно. Так почему бы не поискать там тоже? И еще кое-что. С тех пор, как мы тут сидим, они обстучали все двери в округе. Все, кроме одной. Знаю. Сосед Ники, должно быть, увлекается довольно мерзкими делишками, если полиция не хочет даже подходить к нему. Ты и половины всего не видела.
Стой, Марица! Что это? Что? Это вот тут, в углу за шкафом, с документами. Это же... Похоже на ботинок. Там никого с тобой не было. Ты уверена? Я... Нет, то есть... Я не думаю. Там было так темно и... Это ботинок. Посмотрите, вот тень второго. Это не ботинки мистера Питерсона. Он был снаружи, у машины. Я сам это видел. Сук, чьи же? Ребята, взгляните поближе. Ну, для меня буквально невозможно взглянуть еще ближе. Теперь видите? Это... Это мы! Это мы на доске у психопата! Да, будто кто-то в той комнате хотел, чтобы мы это увидели. Кто-то в том доме пытается нам помочь. Маньяк вернулся! Нам нужно опять попасть в этот дом.